Вы точно делали сайт или будете его делать? Вначале я вам скажу сразу, что не стоит делать какой-то красивый сайт или тот сайт, который вы хотите. Есть смысл делать сайт только тот, который даст вам результат. То есть, первое, вы ставите цель. Второе, вы определяете, какой именно вам сайт нужен. Третье, вы вкладываете в него деньги. И тут самое главное, не вкладывайте деньги там, в социальные сети, в суперспециалистов. Вы можете основам научиться сами. Что вы можете взять на себя? Это социальные сети и контекстную рекламу. Это можно сделать или самостоятельно обучиться, или как-либо просто нагуглить и понять эту тему. SEO я вам советую передать на веб-студию. Это действительно даст вам хороший результат через полгода, и это вас будет кормить последующую жизнь вашего бизнеса. И самое главное, используйте в данный момент все современные технологии. Уже сейчас можно все автоматизировать, чтобы ваши клиенты приходили, платили деньги, и вы даже никак не участвовали в этом процессе. Внедряйте.